Придумывать яркие заголовки, писать резонансные материалы, брать интервью. Это и многое другое собравшимся действительно интересно. Те, кто решил пополнить отряд журналистов, заточили свои перья и приступили к знакомству с профессией. Мастер-класс членам российского движения школьников давала Екатерина Косолапова. Журналист по образованию, в этой сфере она отработала более 5 лет, имеет свой информационный сайт в интернете, стала организатором проекта «Летняя школа журналистов» и сейчас готова рассказать желающим о ключевых моментах работы. Когда в 8 классе я решила стать журналистом, у меня не было возможности получить какие-либо сведения о данной профессии. Интернет в то время был не развит в той степени, как сейчас, и получить какой-то опыт было достаточно сложно. Поэтому я сейчас прикладываю максимальные усилия к тому, чтобы школьники могли развиваться и имели представление в целом, что такое журналистика. Почему для школьников это важно, на мой взгляд? Чем скорее они определятся с тем, кем хотят стать в дальнейшем, тем проще им будет развиваться. Среди пришедших на мастер-класс – ученица лицея 8-классница София Кашина. Журналистикой занимается в очно-заочной школе «Лидер» на базе областного дворца молодежи и твердо выбрала будущую специальность. Хожу на профильные занятия, практикую и газетную, и тележурналистику, снимаю сюжеты, пишу статьи в газету. Я очень хочу в столицу, то есть это Митра, Московский институт Останкино. Я все делаю для того, чтобы туда поступить. За одну небольшую встречу рассказать обо всех нюансах профессии невозможно, но объяснить основы создания информационного текста вполне по силам. Екатерина Косолапова дала школьникам установку во всем искать инфоповод и пользоваться соцсетями как средствами массовой информации. А самый главный факт о профессии журналиста, по ее мнению, звучит так. Быть внимательным наблюдателем в жизни.